Воскресенье, половина седьмого утра. Продолжаем вести дизельное топливо. Находимся мы... Тут бэкап, что-то у меня там покрышилось, да? Вот, поэтому придется немножечко до терминала допереть еще разочек. Вот, на терминале что-то крашнулось. Трафик есть. Так, мигалку включаем. Так, ключ. Интересно вот это было. Так, оставим только вот подсветку приборов и все, погнали. Срочненько так снятся. Нас тут пропускают традиционно, очень вежливо. Так, в прошлый раз я втемешивался в кого-то там, потерся об кого-то, повредил шасси. Шасси нужно будет ремонтировать. И сейчас мне интересно, а вот этот крэш, он вообще персистентный? Это первый вопрос, который меня интересует. Второй вопрос, меня интересует, пофиксили ли баг в Женеве. Тоже интересный вопрос, вопрос вопросов прям. Уже видно вышки терминалов, терминала паромного переправы. Так. Тормозим. Резко так зашли. Ограничения не заметили. Ограничения тут 50. Вот так где-то попадают. Не, один раз сегодня уже въехал в кого-то. Ждем, пока обороты наберутся. Так. Ограничения снова 80. И снова 50. Держимся на уровне 50. Справа должен быть терминал. Время 70. Тихо. Подлагивает. Тридцатник ограничений. Так, вижу врата терминала. Гейт. Так, в правую сторону. Въезжаем. Газуем слегка. Все, цистерну протащили. И пошли на терминал проверять, покрашится или не покрашится. Ох, хорошо еще ущерб грузу не нанес. А то бы еще и неустойку платил. Свет отключаем. Мигалка работает, нет? Нет, кстати, что без мигалки? Надо было включить. Ладно, глушим.
Погнали. Тут выбора нет. Выбираем. В путь. И смотрим, что произойдет. Вроде бы ничего. Ну и отлично. Значит, время 23:45. То есть, тут ровно сутки от Дюссельдорфа. Вот он для до Ньюкасла. Все. Дальше продолжим со следующей серии.